Министр образования нашей страны Михаил Анатольевич Журавков сегодня находится в служебной командировке за границей, сможет присоединиться и принять участие в торжественных мероприятиях уже завтра. Сегодня он поручил мне важную, ответственную и, не скрою, очень приятную миссию награждения тех работников, сотрудников университета, которые вот к этому юбилею показали высокие достижения в своей работе. Но начну я с приветственного слова министра образования. Коллективу Белорусского национально-технического университета. Уважаемые коллеги, Министерство образования Республики Беларусь искренне поздравляет ваш коллектив со знаменательной датой. 95-летием со дня основания Белорусского национально-технического университета. История университета – это история становления и развития научно-технической интеллигенции. Это имена и судьбы многих выдающихся ученых, известных во всем мире научных школ, которые свой талант, знания, энергию, энтузиазм посвятили подготовке научной и технической элиты нашего государства. Достижения университета в области образования и науки за прошедшие годы превратили небольшое политехническое училище во флагман высшего инженерно-технического образования Республики Беларусь. Международное признание Белорусского национального технического университета, высокий статус среди стран Содружества независимых государств, лидирующие позиции среди технических вузов мира в международных рейтингах – это результат ежедневного труда вашего большого коллектива. Приветствую вас в день 95-летнего юбилея. Желаем вам новых успехов в развитии университета, совершенствовании учебно-воспитательного процесса, научной деятельности. Пусть вашему коллективу сопутствует удача, а деловая атмосфера в коллективе будет источником новых сил и творческого вдохновения для каждого. Всем преподавателям, сотрудникам, студентам, аспирантам и докторантам желаем крепкого здоровья, новых достижений, счастья и благополучия. Министр образования Республики Беларусь Михаил Анатольевич Журавков. Кроме того, министром образования принято решение о направлении Белорусскому национально-техническому университету на укрепление материально-технической базы 1 миллиарда рублей, соответствующий сертификат.